Спасибо, и в заключение первого отделения мы споем песню на стихи Юрия Висбора, а музыка Бориса Левина. Это уже его очень хороший друг. Он, слава богу, уже здоров еще и очень хорошо выглядит. Я его недавно видел в ЦАПе. Живет на Сахалине. Живет он на Сахалине, да. Солнечными выжжены, красивые и беззаботные. Мы жили 10 дней на хижине, подали бегским ледником. Там горы солнцем не обижены, а по февральским вечерам горят окошки нашей хижины, мешая спать большим горам. Известные своей решимостью несемся мы по склонам солнечным, и лишь одной непогрешимостью мы держимся в крутых снегах. Там горы солнцем не обижены, а по февральским вечерам горят окошки нашей хижины, мешая спать большим горам. Пускай долина будет хуже нам, но не привыкли мы сутулиться. Всегда верны мы нашим хижинам и не завидуем дворцам. Там горы солнцем не обижены, а по февральским вечерам горят окошки нашей хижины, мешая спать большим горам, мешая спать большим горам, мешая спать большим горам.